сонет, вот это кому-то нравится американский материал, кому-то нравится вообще глина, кому-то гипс. Вот, поэтому, если так на будущее, да, что в жизни будете лепить, если будет человек к этому возвращаться, чтобы вы знали, что нужно попробовать все материалы, чтобы найти свой. Вот это для тех, кто собирается либо еще раз сюда на курсы приходить, да, либо кто-то в жизни будет что-то делать, подарок другу, там, подруге. И девушке, там, маме, папе, да, что-то своими руками, если кто-то захочет, чтобы вы знали, что если у вас не получилось из одного материала, там, да, то у вас вполне возможно, что может получиться из другого. На самом деле, в принципе, у вас все, в принципе, получается. Очень-очень даже, на самом деле, неплохо. Да, спасибо. Вот, дело без каркаса у меня получалось, я думаю, да. Вот, а потом уже дальше, собственно, я понял, что чем лучше каркас, чем более продуман, проработан, да, то и работа потом легче пойдет. Вам потом легче будет налепить все это и придать текстуру. Вот, 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 чтобы вы это знали наперед, если кто-то будет приходить еще сюда, и, или кто-то еще там. Вот, каркас — это половина работы. Вот, поэтому продумывайте задание, что как будет, вот, и делайте потом уже с помощью проволоки, с помощью фольги, да, с помощью саморезов. Вот основная работа, да, мы делаем в компании, да, статуэтки. Там, где, вот, например. Вот, я уже начал облепливать, да, работу. Вот, это просто два самореза. Вот эти, скажем, вот. В принципе, принцип почти всех работ, которые мы здесь делаем, он именно такой. Вкручивается в подставку два самореза. Вот, я прям перед вами сейчас покажу. Вот. Сюда. Можно отвертку, можно так. Вот, вкрутили один, вкрутили второй. Там вот, ну, например, даже если кто-то из вас рано или поздно кто-то захочет подарить маме или папе, дедушке, кому-то что-то сделать своими руками, и может быть даже это будет портретная статуэтка, кто знает. Вот, вот так все делается. Вот. Потом облепляется фольгой. Вот. То есть, ну, более-менее, чтобы потолще было. Чтобы много глины не тратить, например, ну и чтобы потоньше слои делать и налепливать уже. Вот. То есть вот это вот такие вот, то, что нюансы, которые так. Ну тут уже это не так все быстро, как может показаться, потому что раз, нужно постараться. Вот, ну вот, происходит вот так, чтобы знать, да? Фольга очень хороший материал. Из него на самом деле можно уже даже просто что-то делаешь, ты форму придал, и уже просто облеплю и все. И считай, вот действительно даже большая часть работы это была фольга. Вот композицию в Enter я делал. Она есть в этом самом. Куда вы вообще делаете? Где? Вот, вендора я делал, да? Ну, знаете, мультик Футурама ставили. Мы все смотрели. Вот у него же вот это тело, оно же такое, геометрической формы, оно как цилиндр, что ли. Я просто это взял из фольги и его скатал. Этот цилиндр, это даже был лучше, чем из мультика. А вот эти мяйцами, которые на фольге, как получилось? Его же нужно идеально ровным сделать? В том-то и дело. Вот реально, хороший материал. Вот так. Ее я скатал, я даже поразился, я думаю, не получится. А на столе прям скатываешь сначала вот так, потом на столе. Вот, и в принципе, на самом деле, нормально получается. А потом материал облепливаешь. И вот очень хороший материал, если на будущее, чтобы вы использовали его. Вообще, можно даже, бывает даже каркасы из фольги делать для работы. Не только из проволоки. Можно из проволоки, можно целиком из фольги сделать, можно комбинированно сделать. Вот, ну это такие вот, просто на самом деле очень много теорий, всяких теоретических. Это опыт. Это опыт. Вот я постараюсь с вами сейчас поделиться этим опытом. Взял обычную проволоку. Вот, и, ну тут уже немножко нюанс такой есть, да, я вдавливал древесину мягкую для подставки. В принципе, податливая. И можно, вы так ее не засунете. Вот, я сейчас каждому подойду и помогу. Вот, просто чтобы увидеть, да, как я это сделал, да. Я раз. И в
оставил. И вообще, нет, уже ленты будут. Сейчас крылышки. А, еще крылышки? Да, крылышки надо смотреть. Отматывайте эту ленту. Вот чуть-чуть, да? Вот, у вас сейчас все как проглотывают. А чего же не Yeah.